Россияне тут допивают томатный сок. Это единственное, что я вспоминаю прекрасного из времен Советского Союза. Это он стоил 11 копеек, причем 1 копейка стоила соль. То есть для того, чтобы купить томатный сок соли, нужно было заплатить 1 копейку. 10 плюс 1. Вот, это правда. Короче, что я хочу сказать. Меня сейчас спрашивают, а когда вы были последний раз на России? Когда вы были на России последний раз? Потому что там на России все поменялось. Ну, ни хера не может поменяться с девятиэтажкой, которая построена была еще при Брежневе. Там не будет достроены пандусы, там не будут построены новые лифты. Люди как сидели на 9-м этаже или 7-м, 8-м, если лифт застревает, то так они будут сидеть. Пожилым людям как бы альтернативы нет. Как не было никаких поющих фонтанов или просто каких-то, не знаю, прекрасных площадок перед домом, так их и не будет. Не будет там никаких площадок. Как моя школа была вот в 70-каких-то годах, да, так она такая сейчас стоит. Что вы ждете от моей школы, что она вдруг резко ее разрубит и потом построит новую? Нет. На России ничего из перечисленных мной мест не меняется. А это и есть Россия. Мой дом, моя школа.